И всем у вас сап, чувачки, с вами я Торнадо, сегодня со мной Бог Яда, поздоровайся. Всем здорово, ребят. Короче, пацаны, вы уже предыдущие видосы, надеюсь, посмотрели, уже увидели, что мы откалибровали наш финг на Феникса. И сегодня мы как бы уже апаем легенду, чтобы вы понимали. То есть буквально за меньше чем суток я сейчас буду апать уже легенду. То есть у меня сейчас на аккаунте 17 часов где-то. Там их двое, да? Да, их там двое. Блять. Не горит. Ты че, ебанулся, блядь? Ничего не делают. Он же сучка. А, так у меня пачка вообще. А, у тебя хаешка была. Пиздец. Залутал хаешку. Найс. Убираем первый раунд, пацаны. Пацаны, давайте немного оторвемся от видоса и залетим на булдроп. Я закинул 2000 голды и сразу же хочу открыть кейс платиновый бык. Сейчас проверим, что нам выпадет с первого же кейса. Раз, металлик, давай. Найс, пацаны, сколько он стоит? 920 голды сюда, пацаны. Давайте откроем еще два золотых быка и проверим, что нам выпадет. Надеюсь, что-нибудь хорошее, и я об этом не пожалею. И нам выпадает стикер быка и М4 Предатор. Небольшой окуп. В общем-то, ссылку на этот прекраснейший сайт я оставлю в описании. И там же оставлю промокод на халявную голду и бонус к выполнению 20%. Переходите, забирайте. Свое, выигрывайте, а мы погнали далее. Бля, я не знаю, вот сейчас начали банить, очень много банить софтов. И что я могу сказать? Софтов стало, наверное, в 3 раза больше. Это просто невозможно. Я бы легенду эту взял, обоссанно, за часов 10, отвечаю. Но сейчас просто стало слишком много рейджов. Ну, отвечаю. Бля. Рейджов просто стало в 3 раза, наверное, больше. Ну, в натуре. Я не знаю, я так потею ради этой легенды. Просто незаслуженный риск. Незаслуженная вся эта херня. Вон лапок у меня, проходи пока что второй вход. А, не, иди первый вход. Ебать, заходи. Ой, найс. Забираем. Ну, у них форс был. У одного вообще М40 было. Странная цепочка. Парни. Я, кстати, уже апал легенду, мы сейчас попались против таких типочков, блять, очень странных, 2500 ММР. Плюс спортсмены, короче. Да, скорее всего, легиты. Ну и слили чуть 4 ММР, ну ладно, ничего страшного, в принципе, сейчас поднимем обратно, надеюсь. Сейчас будем стараться. Хорош. Я, кстати, не знаю, скорее всего, я уже не буду апать такие большие ММР, потому что, ну, это вообще уже пиздец, пацаны, отвечаю. Если я легенду не могу апнуть, то есть ее очень сложно апать, чтобы вы понимали. Я вас отрехал. То насчет там 2500 ММР, 3000 ММР, тем более, я, пацаны, не уверен. Я не готов отдавать там по 3 часа за одну катку. Если мы тогда искали игры по 2 часа за одну игру, сейчас это будет, наверное, еще дольше, то есть примерно 3 часа за одну игру, поэтому не могу, не хочу, просто не хочу. Не знаю, пацаны, будем что-то придумывать, что снимать. Тебе флешку дать? Дал тебе флешку. Добро. Хорош. Пачка здесь. Иду. Не знаю, пацаны. Пока что можете, в принципе, в Телеграм подписываться. Я буду там публиковать, чё да как. Коннект. Блять, ебать, конечно, я ваха. Никогда не давайте такие охуешки. Того рот ебал. Такие флешки тоже. Вот такие, значит, не кидают. Ебать, чуть голову не слил. Да, братишка, у тебя нету времени, тебе нужно нас пушить.
Бля, я такой дурак. Минус 95. Найс. Вот такая вот парни возня, блядь, понеслась моча по трубам. Наконец-то сейчас мы апнем легенду на видос. Я, кстати, еще апнул легенду. В общем-то, я хотел, чтобы там чуть-чуть осталось до легенды, да. И уже на видос все заснять. По итогу там было две легенды, я не заметил. И я просто 27 ММР получил и апнул эту легенду, блядь, не видосу. Поэтому, не знаю, слишком много нерв потратил, отвечая, вот чтобы эту легенду апнуть. Я уже много раз это сказал, но так и есть. Хорош. Кинул хешку ему. А, да, вообще стрелял. Да, есть. Дал тебе флешку. Бам. Хорош, хорош. Бок я-то в форме, блядь. Да, ту катку лучше бы так играл. Да, разминочная была. Ладно, бывает. Давай я с Айком сыграю. Чтобы поинтереснее было пацанам наблюдать. Давай. Апа. Второй ход есть. Дай мне посадку в коннекторе, слышишь? Бля, топ смог. Где? В коннекторе. Сейчас хешку апа закину. Дал хаяпа. Дай в коннекторе. А, не запрет. Ебать. Пиздец. Минус 97. Жестко прям. Меня сейчас вообще в смок убили. Да чем? Понятно. Да. Не выдержали, походу, нервы, ребят. Да это пиздец. Да не, я не думаю, что там софт. Надеюсь, по крайней мере, на это. Мы сейчас апнем эти 4 ММР. Плохой у вас флешка, блядь. А теперь нормально. Дай мне фастом подсад, блядь, в коннекторе. Теперь фастом дай, чтобы они не прошли. Фастом, втягивайся просто. Ко мне как можно ближе. Дай хаер дам. А здесь чуть. Он спрыгнул. Дал флешку. Он фул. У меня еще есть дым. Дал еще дым. А здесь у меня. Тихо, у нас тут. Не пикай, блядь. Бля. Ну как я его не прошил, блядь, а? Пачка у тебя там справа. Тихо. Блядь. Не пикай, у него выгодная позиция. Да сука! Что происходит опять? Ладно, НТ-шка, растягиваем демку, пацаны. Все ради подписчиков. Да я, блядь, не могу. У меня такой тильт. Я просто не могу нормально играть уже. Ну, реально. Это уже просто пиздец какой-то. Да нормально, просто он лакер. Забей. Сейчас мы разъебем. Хаешка, пешка и все. Мне все хуево, блядь. Без дизморали, это всего лишь ебаная игра. Да как тут не дизморалить, блядь, когда ты сидишь над ебучей легендой уже 17 часов. Хаешка классная. Хорош. Ставлю пачку. Все, не пикай, главное, блядь. Ты сейчас умрешь и пиздец. У меня кишка. Ага, нихуя себе. Дай-ка флешку. Какое-то колено ушло, дайс. Все, не пикаю, похуй, на время играю. Ебашь его. Да похуй, на время играю. Подо мной первый ход. Давай, ты куда побежал, ебать? Слева стоит. Читаем нахуй, да. Блять, куда он пытался убежать? Я в ахуе. Блять, что происходит? Иногда типа такие жесткие попадаются, иногда просто вот такие. Бежал, ебать, с песков ты прикинь. Давай сейчас типа нехуй делать абсолютно. Пиздец, блять.
натуре, блядь. Тройка. Тройка, да. Пробуй проходить пески. Хай, я дал тройку. Смотри коннектор, возьми мне коннектор. Давай. Пиздец, блядь, минус 34. Вес. Пиздец, ну как? Ладно, похуй. Сейчас разберемся, ебать. Там, если что, спас. Спрыгивай слева прям до упора. И пусть он тебя пикает. Все, хорош. И коннектор. Ебаш. Бля, пачка у меня. Да на шифте пройди просто. У тебя ж смог. Пиздец, нахуй прошел. Префы. Ебаное дерево, я, сука, ебучая. Я-то, сука, опять ты за свою хуйню начинаешь браться. Что ты, блядь, делаешь? Дай мне дроп. Какой, блядь? Спас, спас дай. Дай деньги у меня тогда. Твою ж мать, нахуй. Все, полетели фастом. Иди за мной. Блядь, за хуйню, ты сам слился, ебать. Я минус 540 ему дал. Сука, не, ну я, опять он там стоит. Он опять сейчас там стоит. Я ему опять въебу. Хаешку дай. На, слушай. Да ты заебал. Ну? Че, мы так и будем, блядь, играть? Окей, подожди, поживи тогда. Только не... Да, да. Сейчас на фулшифте будем играть. Пиксель сейчас будет сидеть. А не, не сидит. В уголке, значит, это. Это легит, слышишь? Это легит, пиздец. Коннектор. Ну, коннектор будет 100%, блядь. Да он, да, я увидел. Скинь мне пачку, скинь мне пачку. Смотри меня. Дал тычку. 52. Yes. Фух, блядь. Видишь, да, что делается? Не, это софт, блядь. Это пиздец. Меня тип просто бизнес начинает пикать. Это пиздец. Какой же, сука, кринж, блядь. Что за происходит, я не могу. Ну это реально. Это пиздец, нахуй. Начали панить софт. В каждой катке что ли, блядь? Да, я тебе отвечаю, блядь. Их стало, блядь, в 3 раза больше, этих ямочек софтеров. А, ты смотри, он фул. Ой. Блядь, под ебучей флешки меня убил. Шакал ебаный. А ему похуй. Лайк за дохаешку, похуист. Аккуратно, Авик, аккуратно. Ага, я понял. Бля, ебучий долбоёб, это просто пиздец, ну ебик, я не могу, блядь, у меня все, у меня нервы сдают, блядь. Да тихо, ну бля, это стендов, брат. Да это пиздец, как мне, сука, апать? Против софтов, нахуй, легенду апать. Да я ебал в рот эти игры, нахуй, ваши. Уже реально заебался. Это игра просто хорошая. Типа наёбываешь, нахуй, понизу идёшь, ему похуй, он тоже это читает, ебать. Профессионал, ебать. Ебать, там топил. Я в ахуе. Коннектор у меня. А, ебать, он пикает. Такой сын бледухи. Бля, план хоть пачка у тебя была. Забей, ты 2 ослоёба. Второй тоже ослоёб. Отвечаю. Он со спасом. Да. Ёбый коннектор или кишку, я не знаю. Пожалуйста, взорвись. Сука. Пистолет возьми, нахуй, зажимай. Найс! Лучше просто. Блять, легенда стендов нахуй на месте торнадо. Фу, блять, пацаны. Я не знаю, вот таких вот софтеров просто нужно, сука, в жопу ебать, нахуй. Долбоебы, вы палитесь очень сильно. Короче, парни, я надеюсь, мы сейчас апнем легенду. Мы должны, по сути, апнуть, надеюсь. Да, мы апаем легенду, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Наконец-таки я снял этот видос. С вами был Торнадо и Бокьято. Всем спасибо. Вы просто не представляете, насколько это нервов было. И всем пока, пацаны.